Совсем скоро в Удачном введут в эксплуатацию станцию биологической очистки канализационных вод. Это намного улучшит качество воды, которая после обработки поступает обратно в реку Далдын. Все подробности в сюжете наших коллег. Экология и производство – два неразделимых понятия. И только комплексный подход к решению производственных задач позволяет максимально эффективно решать вопросы сохранения окружающей среды. В 2014 году в Алроса утвержден проект по реконструкции канализационно-очистной станции биологической очистки в Удачном. Московская компания «Стройинжиниринг» взяла на себя обязательства по строительству нового комплекса и монтажу оборудования. Опыт работы в Алроса у этой компании имеется. Зарекомендовала она себя только с положительной стороны. Я, наверное, давно уже не видел такого, в принципе, подхода к делу, какой оказался «Стройинжиниринг». Настолько все было буквально, последовательно, предельно, так сказать, происходило работы, начиная от строительства и дальнейшей, так сказать, монтажной работы. В настоящее время механическая очистка сточных вод составляет 71% от нормативов. Со слов специалистов, в случае дополнительной биологической обработки показатели значительно увеличатся. 100% никто не может сделать, но он будет настолько высок по тому, что в программе стоит и в проекте. Это будем считать, что очень хороший будет. Впервые на объектах Алроса процесс биологической очистки производится в биореакторах. Это 12 металлических прямоугольных открытых резервуаров. Это очень оригинальное технически запатентованное решение, которое позволяет достичь высокой степени очистки сточных вод. Очистка сточных вод состоит из нескольких этапов. После физико-механической обработки они поступают в биореакторы. Далее стоки попадают в фильтры с активным углем. В них они еще раз очищаются и подаются на установки, где обеззараживаются ультрафиолетом. Затем чистая вода попадает в резервуар. В дальнейшем она используется для промышленных целей. Остатки сбрасываются в реку Далдын. 2017 год объявлен годом экологии. Введение в эксплуатацию в городе станции биологической очистки – важный шаг в реализации мероприятий по охране окружающей среды. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».